Вот он как красиво цветет. Вот, и будет цвести до самых морозов. Вот оно вверх тянется, красота. Вы у меня на канале, меня зовут Валентина. Я сегодня хочу рассказать вам о таком красивом цветочке, как тунбергия крылатая. Вот такая. Выписана «Сады России». Я люблю эту фирму. Смотрите, как она цветет обильно. Вот он. Цветочки нежно-желтого, оранжевого такого цвета. Она вьется вверх. Цветочки такие нежные. Черноглазая легкая лиана с вьющимися опушенными стеблями. Цветет, смотрите, какими вот цветочками. Вот он поближе поднесу. Воронковидные такие цветочки. Внутри с таким вот темным пятнышком. Диаметр цветка 5 сантиметров. Вот, тонкие, желтовато-оранжевые, кремовые оттенки бывают. Я еще потом покажу. У меня другой цвет есть такого цветка. Она быстро разбирается по любой опоре. Вот она, видите, вьется. Вот так вот. Вот. Мы посадили ее в шину. Она, видите, оплела шину кругом красиво. Если ее посадить в кашпо свисающее, будет очень красиво смотреться. Но в этом году первый раз посадила. На следующий год посажу в кашпо. Она очень будет красиво смотреться. Будем и любоваться такой красивой подвесной корзине. Теплолюбиво, легко поражается заморозками, поэтому вот только для летнего цветения. Вот такой вот вид красивый. Называется она тунбергия крылатая, африканский закат. Поэтому ее называют африканкой. Вот такой необычный цветок, красивый. А это вот, смотрите, второй вид. Это тунбергии с таким розовым оттеночком, также вьется. Вот эти коробочки — это семена. Может, еще соберу, попробую. Смотрите, какая она красавица. Бесподобный цветок. А теперь посмотрите, как на картинках можно озеленять эту тунбергию. Варианты.